Всем привет! Мы продолжаем проходить игру LEGO Marvel Super Heroes. И это 20-й эпизод. И продолжая традицию, этот эпизод будет отличаться от всех остальных. И поэтому я решил, что он будет наклонутым. Ну ладно. И посмотрите, что я нашел перед тем, как начать этот эпизод. Трава, да? Трава вроде как ужасная, да? Но посмотрите, она сглажена. Она выглядит сглаженно. И это... не так уж уродливо выглядит. Вот так вот. Так, значит, что я хотел сделать в этом эпизоде? До начала этого эпизода я хочу кое-что проверить. Вот, значит, Человек-паук. Все мы знаем, что как бы если зажать Y, то он превращается в Питера Паркера. Железный человек, если мы зажимаем Y... блин, если мы зажимаем Y... А, да, так нельзя. Так вот, что хочу проверить. Если мы летаем, значит, за железного человека, зажимаем, вот, летим вперед, зажимаем долго А, он начинает наверх, да? Так. Если мы играем за железного человека, дважды нажимаем на А, он начинает лететь далеко. Так вот, что я хочу проверить. И надеюсь, оно сработает. Если дважды нажать на Y. Надо поменять персонажа, чтобы можно было бы пользоваться этой сменой персонажа. Тор, кстати, куда-то умер. Так. А через интерес, почему он закрыт? Ладно, так. Просто поменять персонажа на любого Тора. Иди сюда. Вот, отлично. Так, если мы зажимаем Y, то окей, вот. Отлично. А если... Ты офигел? Знаете, в чем разница? Сейчас я долго нажал на Y, а в прошлый раз... Окей. А как? Как я вызвал? Я не понимаю. вот оно что, смотрите. Правда, это глупо, но тем не менее оно работает. Вот я Питер Паркер, да? Зажимаю Y, что и начинаю превращаться в Человека-паука. И в это же время надо нас быстро зажать Y еще раз, и тогда появится эта менюха. Что за глупо? Что за глупость? Давайте на кого-нибудь купим. Гернал, там железный кулак. А, давайте. Я не того купил! Я идиот! Так, значит, что я хотел сделать? Я хотел взять Халка, на самом-то деле. И знаете, что я хотел сделать? Тут я случайно заметил вот такое достижение. Мало того, что вот Капитан Америка, да. Уничтожить 100 транспортных средств в Манхэттене. Потом, победить 100 врагов, играя за существо, но это не тяжело. Превратить Брюса Бэннера в Халка 50 раз, это сумасшествие. Да, это легко. Вот еще вот это вот, что это? Мистерио, здесь есть Мистерио? Кровен, здесь есть Кровен? Электро! Ладно, стервятника я видел на обложке, и до Кока мы тоже уже встречали. Так, собрать всех добрых мутантов. Да, это легко. Собрать всех злых мутантов, тут тоже. Ну, это. Вот это все откроется по пути. Так. Собрать все костюмы железного человека, превратить Халка в Стэна. Как сделать? Ладно. Так, успешно завершить программу вечеринки.
А, веселье после финала, это понятно. Так, создать персонажа с именем Тревор. В редакторе персонажа. Выполнить прием Халка. Эй, Локи! А, он закрыт, ладно. Ладно, был бы смешно. Так, го! Мазила Халк! Рампейдж! Го считать, короче, 3 уже. Ну, я как понимаю, что оно уже больше, чем 3, но тем не менее. Для счета подойдет. 4. 5. Да, это надолго. Стоять! Стоять! Я Мазила! О, автобус! Они прошли друг друга сквозь, только что друг сквозь, друга сквозь. Ты взорвешься, не? Нет. Я уже сбился за счет, ну, допустим, 7. Нет, больше, 8. Так, 9, 10, 11. Смотрите, где я? Я на месте, на котором закончился третий или второй уровень, по-моему. Так, 11, 12, 13, 14. Стоять! 16, 17, 18, 19. Ну что за лох, ну? Так, стоять. А ну да. И опять сбился, ну, допустим, где-то 26, 27, 28. Скоро ачивку дадут. О! За! Я не понял. Почему? Это горожанин! Раньше их бить нельзя было! Да, ну скоро ачивка-то. Потому что я уже сбился за счета. Это горожанин! Как ты бьешь горожанинов, если нельзя? Вот ты убил! Блин, вот я не понимаю немножко. Походу. Не, ну, достижение, ты где? Я уже точно 50 машин взорвал. Ну я точно уже 50 машин взорвал. Может, надо... Хм.
Вот, я на 100% уверен, что 50 машин я уже взорвал. Положь человека. Ну. Так, я не понял. Стоп! Блин! Я не прав... Я... Почему я подумал 50? Потому что 50 раз превратить Халка в Брюс Беннера. А не 50 машин взорвать. 100 машин взорвать. Но это недолго. Учитывая, что уже где-то примерно 70... Давайте начнем отчет. 71. 72. 73. 74. 75. Козырить, какая розовая машинка. Жалко её. 76. 77. 78, 79, 8, блин, был 80. Еееей! Теперь! Нашли. Раз. Два. Три. Двадцать. Да, ну, я думаю, на сейчас хватит. О, чё это тут? О, давайте мне. Железного человека. Сейчас мы тут всё подожжём. Нет. Ну что ты делаешь? Не понял. Так, значит, тот вот М6 вот это делать не умеет. Всем понятно. Так, гадюк. Вот это имя гадюка. Я знаю большинство героев на английском. Почти ни одного героя названием на русском. Поэтому я много кого не узнаю. Я имею в виду много кого. Из-за глупых английских имен. И чё, так полы надо повзрывать, не? Watch it, buddy. Так. Еще один фол. Ой, не та кнопка. Бум. Ей, 35. А теперь хотите мне объяснить, как достать вот парня? Который вот этот.
А то его что тут вообще нет. Не, правда, где он? Может, здесь как-то с Халком? Помните, как с Халком было? То, что там километр от него был... Ну, красный Халк, там от него был в километре значок. Но здесь что-то я ничего не вижу. Что тут? Скажи. Может, здесь Человека-паука, типа, ущутюхёся ключит. Нет. Тут ничего. Watch it, buddy, иди нафиг. Эпа, эл, это же пещера. А, так надо было сразу сказать, что он под низом. Ну вот, обманули. Круто, блин, пещера. Fuck yeah. А вот и он. И Дэдпул тоже вообще как бы наверх надо было тащить меня. Так, давайте опять железного человека. Потому что он умеет гореть. И он умеет взрывать. Ну так, более-менее. То, что как раз-таки нам надо. А теперь Тор. Который наверху. Тор. Кстати, у меня было какое-то подозрение, что он под низом. Вот этот чувак. Но как-то сомневался я. Так. Ну вот, кончилось электричество. А где еще? Я тут... А, дрова. А, я знаю, как это сделать надо. На самом деле. Стать прямо под ней. Да. Fuck yeah, этот чувак у нас есть. Ронан, обвинитель. Ронан. Так. Давайте квестик выполним. Выполним квестик. Привет. Окей. Надо пойти найти макаку. Го искать макаку. Смотрите, сократил. Так, дай машину. Ну, взрывали машину, теперь можно поездить чутка. Вот она только что валялся, она... Оно только что валялось, пусть еще поваляется. Шорткат. Так. Как, макак? Ты где? Нам нужен Спайдермен, Спайдермен. Кэнгрэнджер, Спайдермен. Копать. Копай. Сейчас под землю... А, нет. Я думал, сейчас макаку откопаю. А, может, я и откопаю макаку. Это будет так смешно, если я сейчас откопаю макаку. Как же я надеюсь, что я откопаю макаку.
Деньги, деньги, деньги. Ну блин, как можно еще? Это было не то! А макак? А во макак! Здорово, иди сюда. Надо убить эту макаку. Иди сюда. Я ее поднять был. А, она теперь за мной пойдет. Садись в машину, макака. Ну ладно. Поехали, макака. Эу, макака, ну. Макака, пошли. Эй, макак! А, окей. Только попробуй отстать, глупая макака. Я слежу за тобой. Вроде. Отстает, глупая макака. Она ведь умеет сокращать? Боже, как я надеюсь, что она умеет сокращать. Найдет пешкарем. Зачем? Вот тупая все-таки макака. Погнали. Только попробуй отстать. Да достала ты, тупая! Ее нельзя поднять. Я хочу ее поднять. Да-да, идем, идем. Ждем макаку. Идем, макака сзади. Камера, что с тобой, ты пьяная? Сейчас она опять отстанет. Где она? Макака! Ладно, идет. По-моему, что-то такое уже было. Сейчас нужно обождать, пока эта макака придет. Ради этого. Да ну фигня. Замечательно. Так, давайте-ка... Возьмем вот. Она просто так стоит и. Чё-то не верится. Лол. Почему она так просто стояла? На фонтанчике. Так, го, короче. Какой тут страшный значок. Что за значок? А, я знаю, что это за значок. Да. О. Понятно, что это? А, я спас где-то! О, я спас где-то Стэна Ли, оказывается! Вау, 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 вот это да. А, да точно! Там же по веревке я полтора часа шел, точно вспомнил. Так. В таком случае, вон, смотри, там рожь какая-то. Так.
но без проблем. Так, говорилка какая-нибудь. Джин Грей, говорилка. Говори. Тут еще проблем. Так, ты поворачиваешь. Ей. Как тяжело было, и у нас теперь есть хлыст. Вот я знаю, как по-английски зовут вот этого хлыста. Whiplash. А не вот такое имя дурацкое, хлыст. Не, ну я думаю, они там специально... Ах, я не знаю на самом деле, как они переводили. Я думаю, они заходили там куда-нибудь. Выискивали официальные названия. А не просто так вот. Тут было бы очень некрасиво. Ну, я не знаю на самом деле, как они выискивали имена. Так, и где мой чувак, который тут? Вау. И что же здесь нужно сделать? Здесь много вкусняшек. Новые появились. И если я все соберу, то мне дадут чувака, надеюсь. Ой. Я так и знал. Жук. Понятно всем? Жук. Так, там еще чувак есть. Ну, блин, не дают пройти. Чё за? Я не понял. Джойстик у меня вибрирует. Игра зависла. Поздравляю, дорогие друзья! Вот в Windows это бы вылетело. А в Xbox это... Называется «Повисла консоль». Вот мы и отметили наш 20-й эпизод. То есть сначала был прикольчик, а теперь вот такое все по-настоящему. И джойстик у меня смешно трясется. Почему-то трясется только правая, то есть левая часть. То есть правая не трясется почти, только левая трясется. А вот правая не трясется, только левая. Ладно, надо выключать консоль. И по новой включить. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И ставьте палец вверх, потому что у меня консоль зафризилась. И у меня было такое только, наверное, раза два или три. Ну ладно, если вам понравилось это видео и понравился этот смешной фриз, ставьте палец вверх, и если ждете новых видео, подписывайтесь на канал. Всем пока! Погоди! Да хватит! Тон. Тихо, дай, стой! Да вы!